Шунжейх осенью. И это видео подойдет для тех, кто хочет отдохнуть осенью в отелях Шарм-эш-Шейха. На первой линии, с хорошим сервисом, питанием и на отличных пляжах данного побережья. Осень – это время года, когда погода на других туристических популярных курортах, как Турция, Болгария или в других европейских странах, становится прохладной и некомфортной для отдыха. А в Египте наоборот, по моему мнению, и мнению многих любителей пляжного отдыха, становится самой комфортной, так как сильная жара спадает, а комфортная температура воздуха держится в районе 30 градусов и днем, и ночью. А замечательное Красное море с очень комфортной температурой для купания в районе 25-27 градусов тепла, в котором можно увидеть очень много удивительных красивых рыб и коралловых рифов, на которые прилетают со всего мира посмотреть любители дайвинга и любители поплавать с маской. Еще самым большим плюсом отдыха является тот факт, что нет сильных холодных ветров, которые начинают дуть зимой и в начале весны. И в таких районах, как Напк в Шарм-эш-Шейхе, или в таких городах, как Дахаб, Хургада или Марсалам, будет очень комфортно и приятно находиться по сравнению с другими сезонами года. Вывод сказанного такой, что осень отдых в Египте самый лучший и комфортный из всех сезонов года. Также в Шарм-эш-Шейхе вы сможете найти отели различной ценовой категории. Каждый может выбрать отдых, исходя из своих запросов. На курорте есть отели от 3 звезд до 5, в основном с концепцией питания все включено, но встречаются предложения и на завтраках, или полупансионе. Желающие отдохнуть в спокойствии могут выбрать отели только для взрослых. Семьи с детьми предпочитают отели с мини-клубом для детей, аквапарком и детской анимацией. Также есть хорошие, более бюджетные варианты, которые расположены на первой, второй линии и далее. И в этом видео мы хотим вам предложить 5 отличных отелей с самым высоким рейтингом и лучшими отзывами туристов об этих отелях. И начнем с отеля, который находится в районе Напк, возле аэропорта, где, по моему мнению, и многих любителей подводного мира самые лучшие кораллы и большое количество разных замечательных красивых рыбок. И один из таких отелей – это шикарный отель с отличным сервисом Rixos Seagate, в котором на второй линии находится один из лучших аквапарков Египта с 6 башнями и 23 разными горками. Это целый развлекательный парк, на территории которого, кроме горок, находится карусель, множество бассейнов с развлечениями, в том числе ленивая река, и также можно прокатиться на картинге. На территории отеля находится 7 прекрасных бассейнов с лазурного цвета водой, один из них с подогревом в зимний период. Еще есть один отличный крытый бассейн. Гости отеля проживают в современных стильных номерах с мини-барами, которые ежедневно пополняются. Есть бесплатный Wi-Fi в номерах и на всей территории отеля. В отеле один основной ресторан с большим выбором разнообразных блюд с обслуживанием в формате шведский стол. И 6 ресторанов а-ля-карт, в которых можно заказать блюда итальянской, бразильской, турецкой, французской и международной кухни. В отеле также есть 9 баров с импортными безалкогольными и алкогольными напитками. Также делают отлично заварное кофе и натуральные соки. В отеле Rixos Premium Seagate предлагаются различные мероприятия и развлечения для гостей любого возраста. В том числе есть теннисный корт и современный фитнес-центр с отличной командой профессиональных тренеров и энергичных аниматоров. Также есть разнообразные развлечения на воде, а в спа-центре предлагается массаж и процедуры по уходу за телом, выполненные профессиональными терапевтами. В отеле отличный роскошный пляж, но заход в море с понтона, длина которого составляет 850 метров, по которому постоянно ездит электрокар, который вас быстро доставит к отличному коралловому рифу с прекрасными обитателями Красного моря. В отеле отлично интересные вечерние шоу-программы. Также в отеле проходят концерты известных исполнителей эстрады. В этом отеле вам точно скучно не будет, который подойдет для активного, молодежного и семейного отдыха или для поездки с друзьями. Рядом с этим районом Напк находится еще один самый топовый отель Шарм-эш-Шейха. Это отель Барон Резорт, который имеет высокий уровень сервиса,
красивую ухоженную территорию с отличным дизайном. Есть отельный бульвар с магазинами, ресторанами и кальянной. Также большое количество номеров с видом на море. Это стильный, элегантный и престижный пятизвездочный курортный отель, который находится в Шарм-эш-Шейхе. К услугам гостей великолепный частный пляж с белым песком протяженностью 600 метров. Заход в море как с берега, так и по понтону, длиной 145 метров, к одним из лучших коралловых рифов, с красивыми и разнообразными рыбками Красного моря. Также на территории отеля есть отличный бассейн в виде лагуны, а также плавательный бассейн олимпийского размера с пресной водой, который подогревается в зимний период. Среди удобств и услуг – это частично закрытая гидромассажная ванна, но только для взрослых, с морской водой. Еще есть детский бассейн и раз в день по вечерам бесплатный трансфер, который на автобусе возят вас до площади Сохо. Еще на территории отеля работает отличный детский клуб. Гостям в номерах отеля «Барон» предоставляется выбор подушек и постельных принадлежностей из 100% египетского хлопка. Из многих номеров открывается вид на Красное море, остров Тиран или сад курортного отеля. На территории отеля работает 9 ресторанов и баров с разнообразным питанием и вкусными прохладительными напитками, в том числе есть пляжный ресторан индийской кухни. Также в ресторанах проводятся разнообразные тематические вечера, в том числе традиционные бедуинские ужины. Интересные выступления организовывают в рыбном ресторане, а в баре-ресторане «Оазис» у бассейна можно послушать музыку по вечерам и заказать экзотические коктейли. В оздоровительном клубе предлагается экзотический массаж. Также можно посетить тренажерный зал, сыграть в бильярд или поплавать с маской в прекрасном море и посмотреть на удивительные красоты Красного моря. Отель подойдет для ценителей хорошего сервиса, любителей дайвинга и спокойного семейного отдыха на берегу моря. А теперь предлагаю рассмотреть самый популярный и тусовочный отель в соотношении цена-качество. Это отель Nubian Village, который также находится в районе Наб, из которого и началась история застройки и инженерного благоустройства пустынного района. У отеля большая и общая территория с отелем Nubian Island, которая буквально утопает в зелени. Много длинных извилистых дорожек для пеших прогулок, а кроме комплекса корпусов, отель располагает множеством ухоженных бунгало, стиль нубийской архитектуры. Отель был открыт в 1997 году и постоянно проводит реновацию, поддерживает в чистоте территорию и обновляет номера. Отель не бюджетный, но на него часто бывают акции и скидки. Тогда можно за хорошую стоимость взять путевку в прекрасный отель с отличным сервисом, красивыми и ухоженными номерами, с отличным разнообразным питанием и возможностью посетить рестораны или кар. Также есть снэк-бар на пляже, в котором можно перекусить в течение дня, и там дают вкусное мороженое. В отеле есть бассейны, которые подогреваются в зимний период, как для взрослых, так и для детей. Также есть мини-аквапарк с тремя горками, на которых смогут прокатиться как взрослые, так и дети. Еще в отеле есть детский мини-клуб для детей от 4 до 12 лет. И есть отличный тренажерный зал и хороший песчаный пляж. Но вход в море с пирса и есть лагуна, но в ней комфортно плавать, когда прилив. А в море есть замечательные кораллы и большое разнообразие прекрасных рыбок. Фишка этого отеля – это отличная команда аниматоров, которая не даст вам скучать в течение дня. Проходит аэробика, разные интересные конкурсы, пенные вечеринки, дискотеки для взрослых и детей, а по вечерам проходит отличная вечерняя шоу-программа. Отель прекрасно подойдет для активного, молодежного и семейного отдыха с детьми. Один есть минус в районе Наб – это плохой заход в море с берега. И есть отливы и приливы. А с понтона бывает некомфортно будет заходить детям. А те туристы, которые любят хороший заход с берега в море, рекомендую отдыхать в бухте Наамабей, самой тусовочной площадью в Шарм-эш-Шейхе, где находится множество торговых лавочек, кафешек с ароматными кальянами, шумных баров. Или в бухте Шарм-эль-Майя возле старого города, самой красивой мечетью, магазинами и рынком. Но эти бухты не сильно славятся хорошим, красивым рифом.
Еще бы я порекомендовал для отдыха с детьми отель «Султан Гарден». Это один из самых лучших отелей Шарм-эш-Шейха для семейного отдыха. Отель с великолепным коралловым рифом, с непревзойденным видом на остров Тиран и на воды Красного моря. Не оставит равнодушным никого, кто хоть раз в нем побывал. Отель заслуженно отмечен множеством наград и, надеемся, будет идеальным местом для вашего отдыха. У отеля красивая зеленая и ухоженная территория с 5 окруженными пальмами пресных бассейнов, 3 бассейна с подогревом в зимний период, 1 из бассейнов с гидромассажной ванной на открытом воздухе и баром у кромки бассейна, предназначен только для взрослых. Гости отеля могут проживать в просторных и чистых номерах, от класса стандарт до вилл с собственным бассейном и мини-кухней. Есть номера с джакузи, Wi-Fi в номерах и на всей территории бесплатно. Фишка этого отеля – это отличный детский клуб с разными интересными развлечениями и детскими площадками, как на территории, так и на пляже. Также есть одноводная горка в подогреваемом бассейне. В отеле отличное разнообразное и вкусное питание с возможностью посетить ресторан а-ля карт. Также есть отличный бар и круглосуточная кофейня с мороженым и отличным кофе. А в баре можно заказать свежевыжатые соки и ежедневные закуски. У отеля прекрасный песчаный пляж длиной 220 метров. Есть песчаный заход для деток возле берега, а для взрослых заход в море с 2 понтонов, с красивейшими кораллами и замечательными обитателями Красного моря. В этом отеле каждый для себя найдет занятия. Играя в дартс, мини-гольф, большой теннис, волейбол или заняться спортом в тренажерном зале или аэробикой на свежем воздухе. В отеле отличный спа-центр, но за дополнительную плату. Также отель организовывает по запросу свадебные торжества. Вечером проходят интересные шоу-программы, и этот отель прекрасно подойдет для семейного отдыха с детьми, а также для любителей поплавать с маской и посмотреть на красоты Красного моря. А сейчас вам предлагаю рассмотреть еще один из лучших отелей с отличным коралловым рифом. Это отель Coral Sensatory Resort категории «Цена-качество». Пожалуй, самый роскошный отель сети Coral. Это элегантный современный отель с большой красивой территорией, внимательным обслуживанием с отличным питанием. Особенно порадуют рестораны и а-ля карт, и комфортабельные номера, и великолепный спа-центр. Особого внимания заслуживают номера с бассейном. Отличный есть тренажерный зал и подогреваемый зимой бассейн. Отель находится в 4 километрах от международного аэропорта Шарм-эш-Шейха. И трансфер вас быстро доставит до отеля с отличным пляжем и прекрасным морем, в которое можно зайти с понтона, чтобы увидеть прекрасный коралловый риф и множество разнообразных красивых рыбок. Отель подойдет для семейного, романтического и молодежного отдыха. Я предложил вам, на мой взгляд, лучшие отели Шарм-эш-Шейха для осеннего отдыха, но не все. Также вы можете посмотреть обзоры и видео на нашем канале об отдыхе в Египте, Турции и не только. А если у вас возникли вопросы, то напишите их в комментарии, мы обязательно на них ответим. Если вам понравилось видео, поставьте лайк. А кто хочет посмотреть следующее видео, подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы его не пропустить. Желаю вам мирного неба, отличного здоровья и до новых встреч!